55 евро в сутки, сойки. А я сегодня мы постятся грибы. Не рисуйте всякие писюны на стенах. И зарабатываешь много денег? Серьезно? Вы же деньги зарабатываете? Здесь я заработал первые свои большие деньги. Боровики стоят 20 евро килограмм. Эй, вкусняшки взял? Приятного аппетита тебе. Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как заработать деньги. Берите побольше вкусняшек, устраивайтесь поудобнее. Ну а перед просмотром видео я вам хочу посоветовать свой инстаграм. Обязательно подписывайтесь, там самая актуальная движуха. И свой лайв-канал, на котором я веду игровые стримы, делаю чат-рулетку и выкладываю видео, которые я не выкладываю на этот канал. Все мы знаем, что недавно очень популярно было зарабатывать деньги с помощью криптовалюты. Вы зарабатываете криптовалюту, майните ее с помощью видеокарт. Сейчас же все поменялось. Тут опасно немножко. Криптовалюту майнят с помощью серверов. Это новый способ, о нем я знаю мало, так что давайте обратимся к Марцису. Здорово, Марц. Вот этот парень занимается видеокартами, сервера, криптовалюта, это вся его фишка. Пишите ему на e-mail, звоните ему, все ссылочки, все контакты будут на него в описании под видео. Да, Торпасовал. На криптовалюте можно заработать, братан? Серьезно? Ну просто я вообще не в теме, если... Если я зарабатываю, значит можно? Ну тогда можно, красавчик. Тогда у тебя можно заказывать серверы, видеокарты и все, что связано с компами. Какие-то скидочки можно получить тоже, да? Обязательно. Самые лучшие цены у Марциса, ребят. Все, спасибо, братан. Пробуйте зарабатывать на криптовалюте, пока это возможно. Правда, я не знаю, насколько это реально, но люди зарабатывают. Я не поленился, я не был ленивой жопой. Я приехал в это место, где я когда-то продавал давным-давно газеты SM-реклама, которые стоили 20 центов, и продавал я их за 50 центов. С каждой газеты зарабатывал 30 центов. Конечно, этот перекресток преобразился. Мы ходили между ряди, продавали газеты. В то время не было ни интернета, не было ни крутых телефонов, никаких гаджетов. Да, у меня не было телефона. В этом доме жила типа а-ля моя девушка. Там был ресторанчик, я ходил туда, покупал пирожное, картошку. Смотрите, какая собачка. Потом мы шли на речку Даугаву купаться. Здесь я заработал первые свои большие деньги. Поэтому первое правило. Никогда не будь, сука, ленивой жопой. Если ты будешь ленивой жопой, ты никогда не заработаешь деньги. Знаете, раньше в детстве я ходил в компьютерные клубы, так как у меня не было компьютера, и это было очень дорого. Уверен на все 100, что не у всех есть компьютеры, и не все могут себе позволить крутые компьютеры и поиграть в крутые компьютерные игры, и не только. Поэтому вы можете создать компьютерный клуб. Пацаны, вы же деньги зарабатываете? Деньги зарабатываете? Ну вы же школьники, да? Ну а можете посоветовать, как школьнику заработать денег? Школьнику? Да. Ну это сложно. Серьезно? Хочешь, я тебе столько способов сейчас расскажу? Да. А в интернете просто куча возможностей, как заработать денег. Ты можешь помогать администратору в Фейсбуке, ты можешь сделать свою страничку, ты можешь продавать дешевле товары и дороже товары. Ты можешь найти какого-то популярного блогера и помогать ему, продавать его мерч. Ты можешь покупать дешевле товары и перепродавать. Ты можешь на ютубе сделать влог. Ты можешь стримить и зарабатывать на донатах. Ты можешь взять газеты и продавать на улицах. Ну ладно, раз сейчас газеты не актуальны. Ты можешь листовки разносить, ты можешь магниты. Ну просто вам не нужны деньги, правильно? Нет, почему? Я работаю после школы. А где ты работаешь? Я помогаю одной девочке, она типа делает там всякие... Ну... Поделки? Скульптурс. А, скульптурс, а? Ну, типа, там бетон надо и все. А, ну так вот, ты помогаешь, ты зарабатываешь деньги. Да, ну вот видишь, сколько я тебе способов рассказал? Ставьте лайки, ёпта. Стесняются, давай, пацаны. Один помогает сантехнику, другой помогает бабушке, третий работает в фирме, четвертый помогает девушке делать скульптуры. Вы просто заказываете на Алиэкспрессе дешевые товары, те же самые чехлы для телефонов или что-то актуальное. Многие просто боятся заказывать до сих пор с интернета, они думают, что там обман на Алиэкспрессе, но на самом деле все работает хорошо. Да, вы не можете заказать с Алибабы, так как с Алибабы заказывают оптом. Поэтому начинайте с малого. Закажите с Алиэкспресса, получите товар и перепродайте его. Сейчас очень актуально продавать на Амазоне. Амазон – это огромный магазин, который более целенаправленный на американский рынок. Вы закупаете товар на Алибабе оптом, но нужно все досконально изучить, все не так просто.
Отправляете этот товар на Amazon и перепродаете американцам и не только. Если вы не спец в этой тематике, то я вам советую обратиться к Максиму. Ссылочка на его канал в описании под видео. Он расскажет вам все азы этого дела, так как он на Амазоне уже очень долго и зарабатывает очень хорошие деньги. Сколько можно зарабатывать, если вы занимаетесь продажами на Amazon? Буквально каждый день я сталкиваюсь с такими вопросами от разных людей, кто интересуется этим бизнесом, и они спрашивают, сколько я могу зарабатывать, на какое количество продаж я могу рассчитывать. Многие работают просто на тех работах, которые им очень нравятся, полицейские, пожарные, военные. Поэтому не всегда люди гонятся за деньгами, а делают просто то, что им нравится. Номер 6 – это рукоделие, это ваши руки. Да, посмотрите вот на эту девчонку, она делает слаймы. Привет, малая. Привет. Йо. Вот, смотрите, она делает своими руками. Что это такое? Слайм. Слайм? Да. И ты продаешь его, да? Да. И зарабатываешь много денег? Очень много. Очень много? Ссылочка на нее будет в описании. Да, подписывайтесь обязательно. Че, подписывайтесь, покупайте слаймы. Так что не будьте ленивыми жопами. Просто делайте слаймы, на них тоже можно заработать много денег. И вы сможете купить себе собаку, вы сможете ее прокормить. Это самое главное. Да. В Ютубе можно найти множество способов, что как сделать. Если вы будете развиваться, то вы можете выбрать то, что вам более по душе. Делать поделки и продавать их в интернете, продавать их в магазине, продавать их своим друзьям в школе. И зарабатывать на этом деньги. Здорово, бро. Это Ютуб, всеми ваш любимый ютубчик. Мусорная яма, биомусор, как сказал Моргенштейн. Хотя он на нем зарабатывает просто огромные деньжища. Вы можете стать стримером, вы можете стать блогером, вы можете стать видеообзорщиком, что угодно. Ютуб вам дает громадные возможности. Но помните то, что там нужно развиваться, и все сразу не придет к вам так просто. Где мне объехать, здесь придется объехать. По правой стороне я никогда не обижаю, пацаны так гнали, я их обогнал. Недавно я встретился с двумя школьниками, которые учатся в 11 классе. Ну молодцы, что бизнес хотите делать. И сейчас они занимаются разработкой магазина, продажей мерча от моего имени, от имени пилота ZX6R. Правда, я не знаю, они уже договорились или нет. Почему я обратил на них внимание? Так как когда они прислали мне письмо на инбокс, там все было разложено очень грамотно и по полочкам. Поэтому в скором времени ждите, скорее всего, офигенный мерч. Я их познакомил с арт-дизайнером. Я им дал контакты, где делают наклейки. Теперь все зависит от них. Вообще, YouTube дает огромные возможности, огромные связи, очень много контактов. Особенно, если вы не только узко в своей тематике на YouTube. Один из способов зарабатывания денег – вы собираете грибы, ягоды и просто продаете их. Посмотрите, сколько стоят грибы – 8 евро килограмм. Боровики стоят 20 евро килограмм, 15 евро килограмм. Лисички, клюква, бруклинес. Вот так вот зарабатываются деньги. Этот способ для всех. Друзья, небольшая вставка. Как же я заработал на свой мотоцикл? Вот сейчас там девушка пытается прокануть мотоцикл. Главное, чтобы не грохнулся. Вон инструктор стоит. Здесь площадка для сдачи на категорию. Кстати, на канале есть видео, где я подробно рассказал, как сдать на категорию в латы. Они сейчас все на меня смотрят и думают, вот дурак, руками машет. Первый мой мотоцикл был Fireblade CBR 919. Купил я его за 900 лат. В те времена это уже было давным-давно. Это уже пятый мотоцикл. Катаюсь я уже практически 8 сезонов. Я просто работал. Продавал один мотоцикл, то, что я накопил, добавлял денег и покупал другой мотоцикл. Но не было так, что я продавал дороже мотоцикл, чем я его покупал. Поэтому я просто копил деньги и работал. Отличный способ заработка – это ваш талант. Развивайте свои таланты. Может, вы акробат, может, вы фокусник, а может, вы очень хорошо рисуете, хотя это относится к рукоделию. Участвуйте в шоу. Участвуйте в каких-то массовках, съемках видео. Вполне возможно, вы найдете свой талант и будете его развивать и зарабатывать на этом деньги. Что может быть лучше того, чтобы зарабатывать деньги своим любимым делом? Неплохой способ заработать деньги – это сдавать что-то в аренду. Сейчас этих машинок маленьких здесь не так много, посмотрите. Недавно я в Мотобуднях вам рассказывал об этом месте. Оказывается, хозяин вот этого плаца с маленькими машинками сдает их в аренду. Панкарс ЛВ. И я только недавно сам об этом узнал. Вы можете сдавать в аренду не только машинки, вы можете сдавать технику, вы можете сдавать надувные игрушки для детей, все что угодно. Мне вот самому интересно, сколько это стоит в аренду, интересно. Цик? 55 я денег ты?
55 евро в сутки, я бы взял вот эту красненькую с овечками. Здесь проводят всякие мероприятия, тусовки. Sveiki? Sveiki? Aš anksčiau man pastatės grybai. Aš yeah. Čiau. Во-во-во. Этот бизнес они недавно открыли. Здесь выступают. Бэтл делают вроде. Панда бэтл, может, не? Круто сделано у них. Бизнес, бизнес, ребят. Делайте бизнес, делайте деньги, делайте бабки. Друзья, я вам рассказал множество способов зарабатывания денег. Я не углублялся в эти способы. Тогда бы видео было просто на целый час. Навряд ли бы его кто-то посмотрел. Хотя, может быть, какие-то способы я разберу более-менее подробнее и выложу потом на второй канал. Как я говорил, ссылочка на него в описании под видео. Смотрите, какой красивый граффити. Вот здесь, красавчики. Не рисуйте всякие писюны на стенах. Вот это красиво, реально красиво. Если видос был полезен, тебе понравились мои рассуждения, поставь Лукас. Ну, можешь подписаться на канал, хотя ты уже подписан, если ты досмотрел до конца. Всем отличного дня, отличного настроения. Я поехал в зал качать бицуху. Фу, сегодня такой выходной у меня. Поэтому выехал записать видео. Всем спасибо, всем пока. Кто из Риги, вообще напишите, что это значит, из каких времен, с какого года это здесь находится. Сейчас я вообще нахожусь в офигительном месте, красивом. Здесь диджей! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, правда красиво, друзья? Очень красиво. Надо как-нибудь приехать пофоткаться здесь. Смотрите, какая девушка. Рига. Ставьте лайки, колокольчик долбанный не забудьте.